На этом месте был детский сад. Там исторически, после того, как данное учреждение, данное здание перешло в систему образования, там был детский садик. В 90-е годы его отдали в аренду, там находилась частная школа, и последние годы здание в запустении. Сейчас принято решение городским советом, будет отремонтирован особняк, в нем снова будут дети. Это будет 4-5 групп в зависимости от проектной документации, которая сейчас разрабатывается. Более 100 детей получат в него путевки. Конечно, это снизит очередь в детские сады Приморского района примерно на четверть. Около 400 детей сейчас стоят в очереди именно в этом районе. То, что ремонтируется в городе, вводится в эксплуатацию, это уже будет 17-й детский сад за последние 5 лет, который был фактически из руин возведен заново, отремонтирован и внедрен в эксплуатацию.